Всем привет! Сегодня я вам покажу, как сделать вот такую простую и элегантную прическу. Беру обычную резинку и закрепляю все волосы в не очень высокий и не очень низкий хвостик. Затем я делю волосы над резинкой на две части и образую вот такое вот отверстие, через которое протягиваю хвостик снизу вверх. Беру обычные невидимки, начиная с кончиков волос, я их аккуратно закручиваю и закрепляю волосы внутри этой култышки с помощью невидимок. Вот и все, прическа готова. Ее можно чем-то украсить, какими-то заколочками, цветами. Вот такая незамысловатая прическа получилась. Я надеюсь, что видео вам понравилось. Спасибо за просмотр и всем пока!